Идите на выборы и голосуйте разумом и делайте свой выбор. И не дайте им дальше оставаться, грабить нашу страну. Вадим Шкаровский. Я могу ответить по своим словам. Здесь два аспекта и два нюанса. Первый аспект, я не призывал никого, чтобы они брали деньги, но давайте констатировать тот факт, что их раздают, и люди нищие, люди бедные, люди понимают, что им нужно заплатить за что-то, они будут брать. И как бы мы здесь с вами не говорили, что это нельзя делать, они все равно это будут делать. Это раз. Во-вторых, я говорил о том, что раздают деньги вот так, с бюджета, там еще что-то. Это суть была в другом. Суть в том, что настолько жадные сейчас правители наши, что даже им жалко своего кармана достать. Они готовы, 1,5 миллиарда им дали с бюджета на президента, и по 90, у нас в области 90 миллионов. Они раздают наши же людей деньги, их трудовые, заработные, заработанные трудом эти деньги, а свои жалеют достать. То, что людей там много придет на выборы или большая будет явка, я сомневаюсь в этом. Я вот проездил много по области, по районам, по селам. К сожалению, людей очень мало в селах. И в районах в том числе. Люди выезжают, массово ищут работу и уезжают. А и в большей степени это трудоспособное население, в большей степени это молодежь. И это очень плохо. Это, к сожалению, нашу страну просто оттягивает назад. Потому что именно молодые, энергичные, думающие люди должны развивать нашу страну. И должны ее двигать. И пора гнать этих обворовавшихся политиков, которые только это думают, как бы нажраться и удрать с этой страны. Они все готовят себе запасные аэродромы. То, что говорит Михаил Ильич, что Порошенко там победит, ну, я, честно говоря, не дай бог этой стране. Я не верю в это, что настолько наши люди уже глупые, что над ними издеваются, их уже поставили в положение и сзади, и спереди, и как угодно, и еще заставляют что-то жрать. Они все равно, если пойдут голосовать, то тогда так нам и надо. Тогда так и дальше будем продолжать жить. Нужно думать действительно головой. Подумайте о своих детях, о внуках. А молодежь должна подумать о том, что нужно здесь жить. Не уезжать, пусть сюда приезжают. Здесь наша страна одна из лучших в мире. Реально, по всем положениям и по всем возможностям. Я хочу здесь жить, я хочу, чтобы жили мои здесь дети и внуки, и не хочу уезжать с этой страны, и никто меня отсюда не заставит выгнать, хотя нас тут все время выгоняли, вам не нравится, уезжайте, инакомыслие преследуется, но мы еще чуть-чуть потерпим, мы не потерпим, мы воюем, и мы добьемся до того, что все станет на свои места, люди, не уезжайте, молодые, оставайтесь, идите, голосуйте, выбирайте нормального себе президента. Про явку ще кілька слів. Власне, да, Михайло зараз відповість Вадиму Шкаровському. Про явку. Я нагадаю, що на одних з останніх виборів, років 5 чи 6 тому, у цю норму, якщо голосують менше 50% від загальних тих, хто зареєстрований, вибори колись визнавалися недійсними. Після того, як явка постійно була, офіційна явка знижувалася і була менше 50%, цю норму зняли. Тобто можна прогнозувати, що явка на цих виборах буде менше, знову менше 50%. На самом деле несколько иначе. На самом деле явка стала падать, когда появился контроль разных партий, разных кандидатов за выборами, и после этого не стало возможно проводить такие ситуации, как у нас в 99 году, якобы 80% населения Украины приняло участие в референдуме по полномочиям господина Кучмы. И на самом деле тут несколько обратная логика, потому что особенно в сельской местности традиционно, по крайней мере, до начала нулевых годов просто вбрасывали то количество бюллетеней за того кандидата, который считали необходимым. И отсюда была такая дикая явка в конкретных населенных пунктах. Сейчас это невозможно, поскольку есть представители от разных кандидатов. А я в очередной раз благодарен Вадиму Шкваровскому, потому что он в очередной раз, ну, теперь уже от представителя оппозиционного блока, прозвучали слова, что победа действующего президента абсолютно возможна. Потому что этого ранее не было. И это на самом деле очень приятно, потому что очевидно, что ситуация меняется. Да, есть Одесса, которая, опять же, повторюсь, очень тяжелая, но даже Одесская область, она очень разная. Я абсолютно убежден, что хотя бы несколько округов в Одесской области мы тоже выиграем в первом туре. Власне, хотелось бы останні 10 хвилин программы присвятить, власне, першій трійці кандидатів. Це Порошенко, Тимошенко та Зеленський. А насамперед про останнього. Цей феномен я не перестаю висвітлювати і дивуватись йому. З'явилося сьогодні цікаве повідомлення на одному з не менш цікавих сайтів
який останнім часом не настільки активний, але не менш цікавий, це «Храбро», про те, що Зеленський – це проєкт Порошенка. Я ризикну його прокоментувати, процитувати цю статтю. І от, власне, мені цікаво, чи справді це, і от якої думки ми дійдемо, решту аналізуватимете ви, шановні телеглядачі. Давайте послухаємо, що пишуть на цьому сайті. В українській ситуації, де всі олігархи один з одним зав'язані, важко обійтися без підозр, коли вони починають конкурувати між собою. У виборчій кампанії Зеленського є дивні моменти. Йому ніхто не заважає розміщувати борди в Одесі. Їх не те, щоб дуже багато, але вистачає. Це незвично для антипрезидентського кандидата. У Зеленського не ведеться діяльності в полі. Немає ані пірамід, ані бригад агітаторів, ані розклеювання. Не проводиться набір кваліфікованих членів до виборчих комісій і не було технічних кандидатів для збільшення числа членів комісій. З огляду на тісну співпрацю Коломойського з Порошенком, коли президентський НБУ дозволив вивести з привату мільярди доларів, важко втриматися від припущення, що завдання Зеленського – витіснити Тимошенко з другого туру і розчистити дорогу для Порошенка. Власне, так, про цю політтехнологію і можливий такий сценарій. Давайте, власне, його коментувати. Судячи сьогодні, от Михайло дуже радіє, що сьогодні його шефа вже всі признали президентом. Я вам хочу сказати, насправді, до початку виборів в першому турі, я думаю, що вони зроблять Юлію Володимирівну десь на п'ятому місці. Ну, такі от будуть соцопроси, і вона буде десь на п'ятому місці. Це 100%, я вам кажу, от побачите через місяць. Тому, то, що Зеленський, да, і... там його, будемо казати, Зеленського шефи, будуть домовлятися з Петром Олексієм, ну, з чинним, да, гарантом нашим, уже я не знаю, як його називати сьогодні, то це насправді може бути. І я розумію, там є хлопці з Ліга Сміху, в нього в Одесі вони такі нормальні, комедні, я з ними спілкувався. Да, насправді вони результат захищати не дуже збираються, да? Тому що я, як би, цим питанням дуже... Можливо, дуже... задовольнить будь-який результат, якщо він буде високим. Щось таке, да. Тому що, насправді, якщо б вони на перемогу претендували, то я думаю, вони б зараз зробили перше, це захистили свій результат. Його ніхто поки що не захищає. Слава Самовичу, що ви зараз Михайло... до цього думаєте? От цієї думки. Власне, я знаю, що ви спостерігаєте за діяльністю пана Зеленського. Чи здатен він на це? Ну, насколько я знаю, опять-таки, это моя какая-то внутренняя информация. Действительно, на начальном этапе команда Зеленского не планировала полноценно так защищать результат, как это необходимо, когда увидели такие проценты и такую поддержку, которая есть сегодня. И понимаю, что сегодня ситуация изменилась, и они будут защищать свой результат. Но опять-таки, это мой взгляд со стороны, не изнутри команды. Поэтому, знаете, как говорят у нас в Одессе, будем посмотреть. Думаю, что они сегодня будут пытаться защитить результат. Главное, чтобы те цифры, тут я с Василием полностью согласна, все эти рисованные рейтинги, которые сегодня, чтобы они реально потом совпали с теми цифрами, которые будут по результату выборного дня. Потому что, опять-таки, возвращаясь к теме молодежи, ведь будут разные технологии, не только занижение явки. Можно для молодежи, чтобы она не захотела голосовать, например, устроить очередь на участке. И молодой человек придет, это не такой дисциплинированный уже возрастной избиратель, придет, подумает, а что я буду стоять в этой очереди? Повернется и уйдет. И, соответственно, голос... То есть это тоже такие мелкие, но технологии, которые дают свой результат. Думаю, что мы это будем наблюдать в избытке в день голосования. Михайло, вы дотримуетесь думки, что пан Зеленский менш комфортный для діючого президента, якщо обидва вийдуть у другий тур, кандидат, ніж пані Тимошенко. Чому? Смотрите, давайте я вначале пару слов господина Букайчука. Мне очень приятно его сегодня слушать. Вас, даже не представляете, настолько. Во-первых, он сказал... Я жалкую, что вас не двух позвал. Спасибо. Ну... Во-первых, он сказал фразу «наш гарант», а приятно от него это слышать, потому что раньше этого не было. Второе, это то, что теперь представителям Батьковщины не нравятся те рейтинги, которые они тиражировали еще несколько месяцев назад. Это тоже приятно. Что касается вот и то, что написано на «Храбро», на мой взгляд, это абсолютно не соответствует действительности.
А соответствует действительности одна простая вещь. То, что над господином Зеленским существует Игорь Валерьевич Коломойский, который очень хорошо умеет считать деньги. Ему абсолютно нет никакой необходимости в первом туре создавать систему противодействия результатам выборов. То есть количество кандидатов, членов комиссии, наблюдателей, вот то, что пишут технические кандидаты, по одной простой причине. Вот тут присутствуют 4 партии, а мы будем держать друг друга за руки. И для этого Зеленскому вообще не нужно ничего не делать, а можно сэкономить деньги и бросить их на второй тур. Собственно говоря, как я понимаю, это они планируют делать. Выйдет он или не выйдет, это уже покажут выборы. Что касается, насколько проблема Зеленского, почему я считаю, что Зеленский тяжелее для Порошенко, чем действующая Юлия Владимировна, тем, что на сегодняшний день есть огромная усталость в обществе абсолютно от всех политических деятелей, вне зависимости от моей оценки их. И огромный негатив имеет и Петр Алексеевич, и Юлия Владимировна Тимошенко. Причем у обоих, у Петра Алексеевича быстрее, Юлии Владимировны медленнее, они понижаются, но тем не менее они огромные. Это тоже очевидно любому нормальному человеку. У Зеленского такой ситуации нет. И он может привести на выборы огромное количество людей, которые в них ранее никогда не участвовали. Что, собственно говоря, показывает та социология, когда мы ее раскладываем более глубинно. Именно поэтому я считаю его более сложным оппонентом. Вы припускаете, что у другому туре зустрінуться Зеленский и Тимошенко? Крайне маловероятно. Хотя все очень Какий динамично. Шанс? Какой відсотковий шанс? 2%, 3%. Я на самом деле и в вашей студии говорил неоднократно ранее, что я жду появления третьего кандидата, который это вмешается. Я действительно ошибался, считал, что им будет Вакарчук, а не Зеленский. Но это действительно моя ошибка. То, что третий кандидат просто по всей социологии, где огромное количество людей против всех, ну просто просился, это было очевидно. Давайте підіб'ємо підсумки. А ще, може бути, вдруг вийде Бойко, извините. Давайте підіб'ємо підсумки інтерактивного опитування. Я бачу останні дані. 97% наших телеглядачів не вірять у те, що президентські вибори у березні і, відповідно, другий тур у квітні будуть чесними. І лише 3% вірять у чесність і прозорість, демократичність 100% наших українських виборів. Давайте прокоментуємо результати інтерактивного опитування. Володимире. Да, я тоже в контексте вот этой ситуации, вот вы еще в начале программы вы сказали о том, что 44 кандидата, тяжело будет их собрать. Это не так, потому что этих 44 кандидата, их представители контролируют 3-4 или 2 человека, поэтому я думаю, вы знаете прекрасно этот рынок, сколько это стоит, и почему у нас 354 политические партии в стране, и за сколько они продают свои голоса в комиссиях и так далее. То, что по поводу господина Зеленского, очевидно и понятно, что они, видимо, не нацелены на победу, и, скорее всего, они будут делать ставку больше на свою партию «Слуга народа», на парламентские выборы. Потому что для того, чтобы защитить результат, ну, мы все здесь прекрасно понимаем, что фальсификации происходят уже в окружных комиссиях. Поэтому то, что нету там как бы большинства у Владимира Зеленского, ну, мы вот видим, какая ситуация. По поводу того, что будут честными, я хочу сказать, если мы придем на выборы, и они же чего боятся? Чего боится власть? Любая власть этого боится. Она боится публичности. Если публично стоять, быть на участке, фиксировать нарушения, сообщать о нарушениях, этого не будет, потому что они как привыкли? Договорняками и между собойчиками. Тихонечко между собой договориться, все попилить. И мы, как всегда, остаемся у разбитого корыта уже 20 с лишним лет, понимаете? Наша задача прийти на выборы и сделать все, если мы придадим этому процессу огласки, если мы будем фиксировать, потому что на сегодняшний день несложно взять телефон и зафиксировать это правонарушение, не надо ни каналов, ничего. Оно сразу выходит в эфир и все это видят. Поэтому я призываю, если молодые люди будут видеть нарушения, чтобы они их фиксировали и о них сообщали обязательно. Валерий, с приводу результатов нашего интерактивного опитывания. Знаєте, є два моменти з приводу самого опитування. По-перше, дуже цікавий результат, бо дійсно така вже тотальна просто недовіра серед українців до взагалі інституту виборів, і вона лише збільшувалася за останні роки. А з іншого боку, мені дуже подобається те, що в нас відбувається. Коли в нас всі говорять про тотальну відсутність свободи слова, а в результаті можна говорити про те, що в нас 97% не довіряють результатам виборів. Ну, це дуже такі яскраві приклади. І з приводу того, що говорить колега з приводу того, що треба приходити на вибори, обов'язково зробіть це. От виділіть півгодини, годину для того, щоб прийти, підняти свою, вибачте, п'яту точку і
прийти на вибори і зробити свій вибір, неважливо який. Зробіть, і тоді у нас не буде оцих 30%, які не визначилися, десятків відсотків, які проти всіх дійсно, бо в нас, на жаль, люди дійсно зневірилися в багато в чому. Але якщо вони не будуть ходити, то вони і далі будуть зневірюватися. Василь. Я сразу... уже здесь. Ситуация следующая. Вот правильно Михаил сегодня сказал, сегодня у него звездный час, все признали его. И, да, но я вам хочу сказать другое, что единственный шанс у него выиграть, это провести выборы, еще раз говорю, как было обкатано в нашей Одесской области, знаменитые цебриковские выборы, которые потом были отменены на полгода, и президент не знал, куда с ЦВК, куда отослать, в Верховную Раду, в комитет, чтобы решить, и что с этими ОТГ делать. Потому что эти ОТГ доказали. Действительно, Миша говорит, мы там победили, и Вася теперь слезы крокодили льет. Победили не только из-за того, что кандидаты в Батьківщину не зарегистрировали. Потому что у нас были действующие депутаты, которые уже выиграли, и голова ОТГ. И они просто не признавали то, что они там проиграли или выборы недействительны. Они ходили себе, проводили сессии, выконком уже деньги распределили. А тут пришли ребятки и решили, так, нет, давайте переиграем. И опять колоду перетасовали, как шулеры, и сделали выборы. Потому Михаил очень прав, что есть шанс у Петра Алексеевича огромный сделать такие выборы, если либо Тимошенко не будет участвовать, либо Леша Гончаренко еще 10 Тимошенко найдет в Украине. Ведь мы же, вы видели, да, как прикольно, да, ЮВ, полный тезка. Так вот я хочу сказать, полных тезка Петра Порошенко мы открыли, их тоже около 800 человек. Вот если бы Батьківщина хотела сделать клон Петра Порошенко, чтобы там где-то что-то запутать, вообще проблем бы не было. Но мы не такие шулеры, мы не будем рассказывать, что все хорошо, заливать нам какие-то отводники, там, евровидение, там, что-то там, кто-то как-то, где-то. Это не мораль, это антиморальное. Потому я вам говорю, что все будет только так, как украинцы захотят. Украинцы Вадим придут, проголосуют. Да, с приводу результатов опитывания. Да, если можно, я назад вернусь, потому что меня как-то так пропустили, и я даже не смог высказать свое мнение. Я теперь могу сказать спасибо большое так, Михаилу Владимировичу и сделать ему реверанс о том, что он признает, что Юрий Анатольевич Бойко может выйти во второй тур, тем более он является лидером в Одесской области, и антирейтинга у него такого в нас, в нашем регионе нет. И это вполне возможно, такая ситуация может произойти. Спасибо. А то, что касается опроса, то власть сама довела людей до того, что этот подкуп избирателя стал настолько мощным и таким визитной карточкой ныне действующей власти. Я здесь не хочу как бы там говорить только об ОПП, извините, но и тут и Батьківщина тоже на этих выборах, которых местных, тоже постаралась достаточно мощно, завела подкуп избирателей. Это плохо, это нужно искоренить, этого не должно быть, это унижает наших людей, еще раз повторю. И для людей, они вынуждены это брать, к сожалению. Нет, я говорю про вас про, и про ваши Цебриковы, которые вы сейчас... Та были вы, давайте, я не хочу разговаривать о Цебрикова. Я знаю, давайте, что Цебриков первый про выборы были. Так, давайте были про президента. Вы взрослый человек и солидный, вы глава целой фракции. Я вам расскажу. Еще никогда в этой студии мы так про Цебрикова много не говорили. Я уже устал этого Цебрикова, так, все давайте, там прекрасно понимают, кто кого там покупал. Будь ласка, Вадим. Я вас не перебивал. Вы же спокойно разговаривали, вас не перебивал. Я же не перебивал. Если можно, я еще раз повторюсь о том, что люди говорят, эту картину даже нужно абсолютно перевернуть. И это нужно сделать уже сейчас. Вот сейчас, я еще раз вернусь к молодежи, они правы. Сейчас время, рубеж такой, Рубикон, который нужно обломать это все и выстроить заново эту избирательную систему, чтобы больше к ней никогда не возвращаться. Чтобы не говорили одни, другие, третьи о том, что мы покупали, вы не покупали. Забыть об этом, об этом позорном явлении для нашего народа. Да, буквально тогда, если все так сегодня вспоминают кандидатов, я тоже скажу, что я так, доверенное лицо другого кандидата, Александра Юрьевича Вилкула, и мне удивительно, что моего коллегу называют представителем оппозиционного блока, он все-таки представляет сегодня платформу «За життя», но это отдельная история, не для этой программы. Смотрите, что я хочу сказать, если мы подводим итоги интерактивного опроса. Вне всякого сомнения, это очень здорово, что наши люди... откровенно, хотя бы в телефонном опросе, говорят о том, что они не верят в результаты выборов. И я объясню, почему. Мы несколько технологий еще сегодня не упомянули, и люди должны об этом знать. У кого в руках сегодня находится сервер, тот самый, в который стекаются все результаты выборов?
и все протоколы у действующего гаранта. У кого находится в руках сегодня Центральная избирательная комиссия? У действующего гаранта. Все результаты будут делаться не только там, а на участках. В окружных комиссиях сегодня уже мало что можно изменить. На участках. И поэтому те люди, которые сидят сегодня здесь и представляют разных кандидатов, вот поверьте, мы разных политических взглядов, но в данной ситуации мы очень часто с Василием оппонируем друг другу. Вот, Василий, дайте руку. Вот однозначно мы соберемся все. Я не люблю предателей, а вы по блоку остались вернуть. Это нормально. Спасибо. Вот мы однозначно на участках мы заключим, как хотите называйте это, пакт, договоренности. Мы будем защищать результат, тот результат, с которым придут люди для того, чтобы отдать свой голос. И попытаемся это сделать. Получится или нет, но будем вместе говорить и будем вместе кричать, если нарушения будут явными и очень тяжелыми. Буквально 30 секунд, если можно. Ну, на самом деле, то, что сказал Вадим Шкваровский, насколько я знаю ту социологию, которую, по крайней мере, я видел, в Одесской области в двух частях, первый Зеленский, второй Бойко, по одной части Зеленский третий, Бойко четвертый, это север Одесской области. Хотя социология может быть разная, могут быть разные результаты, все может как бы меняться достаточно быстро. Что касается опроса, на самом деле мы находимся в Одессе, собственно говоря, рейтинг Зеленского в Одессе по некоторым опросам доходит до 50%. В самом деле то, что мы, ну это просто перекрест, не более того. Да, мы живем в нашем городе, и тут есть тотальное недоверие к власти, причем к любой власти, действующей к власти, условных бело-голубых, как я их называю, и к белосердечных и так далее. Дуже дякую вам, шановні гості, що прийшли до нашої студії, долучились до нашої активної і досить емоційної місцевої розмови. Ми готуємось, спостерігаємо за тим, що відбувається на передвиборчому фронті, і не лишаємося байдужими. Дякую, що були з нами, лишайтесь на репортері, з нами цікаво, щасти. Спасибо. Спасибо большое. Да. Нам стало приятно приходить. Серьезно? Да, чтобы вы довольны. Мисс, реально, у тебя сегодня звездный час. Ты нам доплачивать должен. Я вам или вы? Да. Сделай день. Да. Депутат от ВПП. Возглавлял ваш комитет избирателей Украины. Ну вы же слышали эти пленки, как он говорил, что надо снять этот сериал. А вы говорите, что... Спасибо. Вы же комитет избирателей Украины. Во-первых, Одесская областная организация. Ну правильно. Которая фактически не имеет отношения. Ну он же член ВПП. Кто? Ну Черненко.